Це був такий собі затишний мікрорайон, де його мешканці знали один одного, особливо у власному дворі. Так було раніше, кажуть мешканці Київського району. Потім у їхнє життя увірвалася війна. І все змінилося. Раз і назавжди. Во-первых, неожиданно, хотя и был обстрел, но никто не ожидал, что обстрел пойдет по жилым зданиям. Очень дело. Это все произошло в 0 часов 10 минут. Находился в середине комнаты, отбой тихий час, то есть взрыв, поднимаюсь, выскакиваю, люди стоят в подъезде, потому что самое безопасное место – это первый этаж у лифтовой шахты. Вот. Взрыв, выскакивают люди, вышибают двери в обратную сторону, выскакиваем, второй выстрел, захожу, стены нет, все. Все стояло по полочкам, по чашечкам, по ложечкам, как у любой хозяйки. Вот сюда. Уборка, приборка, стиральные машины, унитаз, все. Но это все вылетело в обратную сторону. После прицельного попадания. Ну что внутри? Все упало и слезы, что еще? Упало все и слезы. Я рыдала, не могла успокоиться, потому что, ну, я понимаю, что это же стояк, это еще одна волна и завалится весь дом. Я прожила здесь 33 года. Это муж мой строил этот дом. Ну и все сейчас, если все завалится, с чем оставаться и куда бежать? Я уехала. Я была с 5 марта, вот по 5 августа меня здесь не было. Я приезжала еще один раз в начале июня, зашивала окна сыну. Здесь было бы вообще, вот у меня было такое впечатление, что это голос город мертвых, вот как в фильме показывают. Нигде никого, трава была вот такая. Ни собак, ни кошек, ну никого не было, до того жутко было. Я 2 дня здесь побыла, бегом зашила эти окна и убежала. А сейчас хоть какие-то люди ходят, хоть какое-то движение. Начало ремонтом 12-этажки началось, уже какая-то жизнь чувствуется какая-то жизнь. А до этого было жуть. Знаете, первое время, да, очень было страшно. А потом привыкаешь, наверное, к хорошему и плохому. Вот, насколько привыкаешь, что я другой раз... И сплю, и не слышала что-то самое. Но вот эти последние, конечно, прилеты очень громкие. Вчера так вообще это самое, ночью. Вот. Ну как? Тревожно, переживаешь, все. Ну а что? Что мы можем сделать? Что? Ничего. Очень хочется, чтобы как можно быстрее, Господи. Каждый день прошу Бога, чтобы быстрее это все закончилось. Этот микрорайон пострадал очень сильно. Выбиты окна, есть разрушение фасадов. Но в большей части имеем проблемы с разбитыми окнами. Ежедневно выезжают бригады по всем районам города. Работы очень много. Это связано с тем, что в каждый район, каждый микрорайон практически имеет проблемы по закрытию контура, по закрытию окон, стены, где есть сквозные отверстия, ремонтируются, зашиваются. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харківські звістя.